Священного Арабского Халифата. А так как, согласно всех религиозных канонов ислама, запрещено правоверным использовать, употреблять алкоголь, то виноградники эти роскошные приходят в запустение, потом их вовсе и вырубают. И вот только в конце 19 века, когда начинают сюда евреи-сионисты приезжать, вот начинают снова они выращивать виноград и производить виноградное вино. Кроме больших винных заводов, как вот, например, в Зихрон-Якове, здесь очень много маленьких виноделен. Их в Израиле называют винодельня-бутик. Не из-за того, что там большое количество вина и дорого оно стоит, производят, а из-за того, что там всего лишь 5-6 тысяч бутылок вина в год всего лишь на все.